Я не понимаю, когда организации, производящие раскопки на улицах нашего города, обяжут нормально, и это ключевое слово, восстанавливать асфальт. Минимум полгода водители, используя ненормативную лексику, проезжают перекрестки Социалистическая Чайковского и Матросова Чайковского. Проехать действительно сложно. И это не окраина города, не частный сектор. Сколько стоит квадратный метр асфальта? 5000 рублей? Но есть в нашем городе ответственное лицо. Тот, кто не побоится сделать город комфортным, доведет до конца дела, и в век кибернетики и нейросетей в Бийске восстановят асфальт. Кто в состоянии сказать: раскопал — благоустрой? Кто этот смелый человек? Глава города? Начальник управления ЖКХ? Контролирующие организации? Вопрос остается открытым.